с вами это Аня, со мной подруги Влада и Аня. Сегодня мы будем смотреть Фенни Бинс Челлендж. У нас есть вот такие вот вкусные конфетки бобы. И они как бы все вкусные, мы должны будем угадать, какой вкус здесь. То есть, может быть, тут будет тутти-фрутти, может быть, будет яблоко, может быть, там, я не знаю, персик. И мы должны будем угадать, несмотря на вот этот список. И давайте же приступим. Первая пробует Влада. Давай, бери любую конфетку. Так, Влада пробует вот такую конфетку оранжевую. Давай, пробуй. Ты думаешь, вот как, какой это вкус? Ну, что это? Что? Апельсин. Да, правильно, это апельсин. Это так, правильно. Теперь я пробую. Красный. Вкусная. Так, это или йогурт, или это... Тутти-фрутти. Нет, ну не тутти-фрутти. Короче, яблоко или вишня. Что это? Вишня. Это вишня! Я угадала. Смотри. Аня вот такая коричневая. На, пробуй. Так, что это за вкус? Кока-кола. Теперь я. Ты мои взяла? Нет, мои даже. Нет, это мои. Такая, на, пробуй. Желтенький с крабиками. На вкус? Это двойной вкус, но это манго с чем-то, с бананом. Это банан. Груша. Да ё-моё. Это пайнэппл, это груша. Да. Так, мне попалась такая голубая, давайте попробуем. Это какое-то, я не знаю, может быть голубик, просто какая-то яблоко, ягода. Это... Какая-то рашбери. Ну, вы увидите сейчас на экранах, что это такое, но я даже не знала, что это такое. Мне попался такая зеленая. Мне попался такая зелененькая. На, пробуй. Это яблоко. Ну, это точно не яблоко. Скрапинг. У нее без скрапинок было. Скрапингом красным я видела. А. Что за, кстати, пахнет? Пахнет вкусно. Это яблоко. Apple. Был бы Apple. Тут какой-то ватермион. Белая с коричневой крапинкой. Белая с коричневой крапинкой. На, пробуй. Очень вкусно. Попробуй. О, блин, это мыло. Да это не мыло, это точно. Мыло. Это пина колада. Это вкус как мыло. Попался вот такая. Это лимон. Нелегко уже познать. Тебе? Это лимон. Это лимон. Такая попалась. Конечно. Да, я была такая розовенькая. О, тебе вкусненькая попалась. Я думала... Теперь это реально вкус мыла. Клубника. Нет. Это черебыри. Это тутти-фрутти. Фу, блин, тутти-фрутти. Это моя. Я поняла. Итак, надеюсь, ребята, вам понравилось это видео. Если так, то ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. И пишите внизу в комментариях, какие видео еще хотите видеть. Всем пока. Поки.